Всем привет, друзья, меня зовут Влад, и мы с вами в Shadow Fighter 2. Продолжаем эту игру, и как вы видите, на моем счету 10 тысяч рубинов. Нет, это не взлом, это реальные верифицированные рубины. Дело в том, что совсем недавно, относительно недавно, мне пришло сообщение, и мне прислали 9999 рубинов. Мне было безумно приятно, поэтому спасибо большое. Я, если честно, не ожидал от такого подгона от Банзай, потому что, ну, допустим, вот я не претендовал и не просил как бы их. Единственное, что когда я создавал этот аккаунт, ну, то есть все знают, что у меня давным-давно был аккаунт, самый-самый-самый первый, но из-за того, что я не очень хорошо относился к своей почте, самой давнешней, самой первой, этот аккаунт я восстановить не смог. И у меня было принято такое решение в голове создавать новый аккаунт, но все об этом знают, и Банзай с удовольствием помогли мне, накинули мне рубинов для старта, чтобы я записал для вас рейды, тенебрисов и всех этих моментов. Вот, и внезапно накинули мне сегодня, или когда, или вчера, не помню, в общем, по-моему, под ночь я где-то уже зашел и смотрю, уведомление приходит, типа, вот, смотри, видал? И я, конечно же, с удовольствием хочу сегодня начать продолжить снимать эту игру и смотреть, что там, собственно. Ну, из нового, если честно, ничего особо тут не прибавляется, не добавляется, но тем не менее, нужно потихонечку проходить дальше. У нас с вами интерлюдия, я как вот ее закинул тогда, так и забил. Надо уже потихонечку к Титану-то идти. Начинаем турнир, друзья. Итак, против нас Коготь. Надеюсь, вам понравится. Мне очень нравится в последнее время по Shadow Fight 3 на канале. Очень интересная активность идет. Это смотрят. Это мне нравится ваша активность. Спасибо вам большое. И я решил, конечно же, контент по Shadow Fight преподносить еще побольше. Потому что, ну, как бы, ну, я понимаю, что мой канал смотрят только из-за Шадика. И, собственно, пока мы ждем с вами Киберпанк, я хочу сконцентрироваться просто на вот этой всей игре, на вот этой вселенной Shadow Fight'а. Ну, если хотите Shadow Fight, то будет вам Shadow Fight. Тем более, мне его абсолютно не в гемор записывать, просто я хотел разнообразить, но разнообразие не сильно приветствуется. А вот 2000 рублей в кармане в моем приветствуются, поэтому если кто-то захочет вдруг пополнить мне баланс, то, пожалуйста, присылайте на карту, значит, по медстрахованию какому-нибудь. Да подожди, тихо. Это ты потише, это я что-то заговорился, товарищ у нас тут жесткий-то, слушай. Это же не липовая сложность получается, он же у нас реально сложный. Так. Надо сконцентрироваться, потому что мне сейчас концентрацию мою сломают, я так полагаю. И очко мне мое развафлят, отлично, раздуплят. Так, Коготь у нас уходит. Это мне нравится. Раунд третий. Ну, сейчас надо не проиграться. У нас есть рубинчики, можно немножко поусиляться. А может и без рубинчиков, потому что на самом деле рубинчики, если мне их прислали, я хочу тратить на что-то интересное. Вот, допустим, на покупку какого-нибудь недосягаемого оружия, которое только за рубины нам дается. Так, окей, лови. Ой-ой-ой-ой-ой, товарищ. Так, ну вы не подумайте, самый первый мой прогресс, тактик, самый первый мой прогресс в этой игре был абсолютно без каких-то там вспомогательных рубинов, и проходил я его потом, кровью и гриндом постоянным. Я на выживаниях, наверное, жил, друзья, когда проходил. Очень интересно, что вот это мы наблюдаем на экране. Так, следующая будет безумная сложность. Хорошо, но у нас с вами есть вдова, но на вдове тоже будет жестко. Давайте пойдем враг уязвим только для магии. Вот это будет жестко. Ну давай попробуем. Магические атаки. Этим ветром еще надо в эту белку умудриться попасть. Она тоже непроста. Она тоже непроста и будет сложно с ней сражаться. Но мы попытаемся. Так, как бы эту магию копить? Ну, я понял, что нам нужно с тобой ее как можно больше бить, чтобы она копилась. Тихо. У этой херни, по-моему, очень хороший спецприем. Она может просто за одну серию тебя изничтожить. Лови. Хорош. Так, вот сейчас мне нужно опять как-то копить, успевать. Она реально жесткая. У нее урон от ее яри или копье, как эта штука тут называется, очень серьезная. Так, тихо.
Тихо, потише, мадам. Я буду аккуратно сражаться с вами. Вы реально очень жестите. Так. Еще немножко. Еще немножко, и мы сможем ей... В смысле как, ребята? Сквозь нее прошло, алло. В смысле? Такого же быть не должно. Не, вот это я, короче, на вот это я не подписывался, реально. Просто избиение начинается, потому что, ну, как бы, мне немножко не пони... Ребят, кто-то может мне это... Кто-то мне может это объяснить? Каким образом она сейчас это все проконтрила? Я не понимаю, она увернулась от магии. Она... Я тут, значит, блоки рисую, чтобы уворачиваться от ее оружия, а она тут контрит все, прикинь? Это же нечестно, как минимум. Слушай, ну это нереально бред какой-то. Это реально бред какой-то. Хорош, просто по пяткам, под конец уже, нифига себе. Слушай, очень жесткая белка. Я тебе серьезно сейчас заявляю. Так. Хорош. Я тут ногами буду, наверное, ее высекать чисто, потому что мне сейчас ее удобно так контрить, потому что я не хочу, чтобы она мне спецприем свой этот сделала. Но ты же отпрыгивать должен, ну идиот. Так, блин, мне вот это вот не нравится. О-о-о! Просто получил в табло. Ты прикинь, просто с одной магией она меня... Я, кстати, тоже уязвим для магии, судя по всему, потому что мне тоже наносятся бешеные уроны с ее магией. Отлично. Так. Ой-ой-ой, это было хорошо. Я сейчас не хочу больше от магии получать. Надо как дистанцию немножко от нее держать. Да, блин. Отлично. Дистанцию надо держать, чтобы этой магии больше ее не было. Я не хочу больше так получать. Хорош, красиво. Это было реально красиво, это было топово. И мы с вами победили. Это было клево. Блин, после каждого боя вылетает реклама, хотя в эту игру я на один шлем себе донил когда-то. И говорили, типа, один раз сюда пополнишь, и типа рекламы больше не будет. Однако нифига. Сильные атаки противника, друзья. Поехали на дуэльку, сходим с тобой. Так. Посмотрим, что... Оу, какой тут ниндзя будет. Ты посмотри просто на это. Очень закаленный, жесткий чел. Окей. Ну, поехали. Так. Ну, у него сильные атаки нам обещали. Ну, пока что... А, ну да, смотри, он, походу, даже через блок мне нормально так нанес. Так. Лови. Металлочку ловим. Отлично. Хорош, еще одну. Да ладно, нифига ты уворачиваешься красиво. Молодец. Лови. Да в смысле? Не, ну с белкой вообще на самом деле очень сложно было. Она вообще сложная сам по себе девушка, потому что... Сложная девушка. Вот это я, да, вот это я зафигачил сейчас. Сложная девушка. Так. Если честно, хочу делать примерно по 5 боев за серию, но потому что... Энергии-то 5. Собственно, и боев должно быть где-то 5. Энергия-то у нас не бесконечная. Это же не взлом все-таки, да? Многие играют со взломом, взламывают себе энергию. Но ее можно купить, типа, на постоянку. Но я считаю, как-то это... Как-то меня... Ну, как-то... Ну, не хочется мне. Так, окей. Закрыто, значит, дуэлька стала. Закрыто стала дуэлька, ты представляешь? Так, ну у нас с тобой безумная сложность дальше начинается. Вообще, у меня там что-то можно усилить или нет? Вот, смотри, я уже могу... Оо, я могу закаленные саи себе взять. Причем на заказ. Ну, я не буду ждать, давай, хорошо, мы выполним это дело. Мы это дело выполняем с тобой. Из одежды мы можем с тобой прикупить на заказ кирасу защитника. Или же, блин, ну это жестко, конечно, вот это вот сразу взять, сейчас примерять и вот это покупать. Давай опять на заказ и опять выполнить. Я думаю, на выполнение мы можем позволять себе траты такие. Так, ты надевай, пожалуйста. И саи бы тоже желательно надеть, потому что, ну как бы, ну... Ты держи себя в руках, маска ужаса. Вот, кстати, маску ужаса. Перегрев. Каждый пропущенный удар может увеличить урон от вашей следующей атаки. Я, наверное, бы взял. Но пока что я, наверное, воздержусь и не буду ее брать. Пока что я, в принципе, терпимо мне, понимаешь? Вот, и... В принципе... Наверное, пока что этого достаточно, чтобы поиграть дальше. Да, стадия сложна, поехали.
Я не хочу на легкий, на норму опускаться. Ну, как бы, да, сложно это, геморно, это могут и отмутусить тебя там, но, тем не менее, можно выиграть, я думаю. Так, хорошо, поехали. Отлично, атаман, неплохо. Так, тихо. Вот эти, кстати, сай интересные. Мне не очень нравятся. По-моему, я даже их... Слушай, а по-моему, когда я в самый первый раз играл в эту игру... Ну, вернее, еще на первом аккаунте, даже эти саи я не покупал себе. То есть это саи я вообще, по-моему, впервые держу в руках. Это очень интересный такой момент. Не знаю, почему не дошло до этого дела. Простые саи я брал, а вот эти нет, почему-то странно. Обычно, как бы, на выживаниях я на все новые пушки, которые можно было купить не за рубины, я копил. Но почему-то этих саи я не помню. Такое ощущение, что я получаю молнии. Нифига себе, вот это хорошо. Тихо, атаманчик, ты что делаешь? Заканчивай, братишка. А-а-а! Козел! Просто несчастная тварь. Как еще можно назвать человека, который тебя металкой сливает? Ладно. Ну, это не Shadow Fight 3, конечно, здесь я чувствую себя вообще как не в своей тарелке, хотя я играл в Shadow Fight 2 очень много, но не знаю, после Shadow Fight 3, в который я играл еще больше, получается, уже, да, чувствую себя вообще как не в себе, понимаешь? Так, хорошо. Ну, не может быть. Все, хорошо, успел. Я думал, сейчас он успеет сориентироваться и мне ногой двинет назад, я обоссусь. Повезло мне. О, господи, коронавирус. Так, безумно. И здесь стало сложно. А что здесь за испыталка? Доспех уровня 42. А, ну это нормально. У меня есть доспех уровня 42, судя по всему. И мы можем, собственно, незамедлительно взять и продолжить сражение с тесаком. Поехали сражаться. Воу, жестко. Вот, кстати, здесь так выглядит Дадао, друзья. Очень тяжелый предмет, нежели в Shadow Fight 3. Там он достаточно такой приемлемый. Вот здесь Дадао Легионера, я так полагаю. Потому что этот спартанец просто не может нормально даже поднять его. Ему очень тяжело, понимаешь? В этой игре Дадао имеет очень большой вес. Так. Хорошо. Отлично. Да ты пригнуться-то можешь, конь? Стоит, блин, урон получает. Дурачок, что ли? Я ж тебя пригнуться... Тише. Товарищ. До свидания, нифига себе. Какие-то странные вещи он вытворяет. Он вообще офигевший. Слушай, урон какой-то мне начинает сразу наносить бешеный. Давай этой фигню не страдай, пожалуйста. Нам это с тобой не нужно, так? В смысле? Я же ногой тебя бил. Когда он успевает это делать? Ага, я знал, что ты это сделаешь. Ну, типа, время для магии, как бы, ты же магию не юзал. Значит, время для магии. Да в смысле, как? Как ты вот ногой пнул просто в спину ему, вставил ее, и он урон даже не получил никакой? Что это такое? Участвую в рейдах, будь лучшим. Да я бы с радостью, но сегодня как бы не для рейдов мы здесь собрались с тобой, да? Так, что мы можем с тобой усилить? Мы вроде что-то по шлему хотели взять. Да, здесь тоже у нас будет на заказ. Я пока не беру с собой маску ужаса. Давай возьмем заказ. Ну, будем ждать, потому что как бы сейчас видосик мы закончим, оно все усилится. И вот эти топорики тоже я закажу, пожалуй. Вот. Ну, а что касается магии, то... Ну, пока что вроде нормально все мне. Вот, если честно, хочется вот с этой магией. Сахарная вспышка. Давайте сахарную вспышку возьмем, потому что хочется Новый год почувствовать. Да, хочу Новый год почувствовать. Пусть у меня будет в игре Новый год. Хотя на Новый год я и так, наверное, сниму Shadow Fight. Ну, наверное, если еще не заброшу канал. Вот, и у меня еще одна энергия восполнилась. Блин, ну ладно, коль она восполнилась, тогда давайте сходим еще в один сложный турнир. Собственно, почему бы нет, сразимся с гадюкой, все-таки, ну, коль восполнилось, поехали, почему бы и не сходить. Так, ну, погнали, гадина, с кусаригамой. Так, отлично, неплохое, кстати, начало. Так,
Хорошо, я понял тебя. Так, а я хочу ее с Новым годом поздравить. Ну, правда, сейчас еще сентябрь, как бы, да? Еще рановато. Но с Новым годом все равно, мадам. Очень, кстати, неплохо влетает эта магия. Она еще такая, снежиночки такие создает при соприкосновении с объектом. Это круто. Так, поехали дальше. Ах ты, сучка, смотри, что она делает. Смотри, что... Что? Полный урон? Ты нанесла мне полный урон в голову? А, ну да, у меня же шлема нет. Шлема же нету. В область шлема, когда мне бьют, мне наносят полный урон. Когда мне бьют в область члена, мне наносят урон чуть-чуть меньше, да? Почему-то. Хотя должно быть наоборот, ну ладно. Так. Да успокойся ты, блин. Лови металлочку. Ох, как долго. Слушай, вот это, кстати, хорошо, что я прервал ее. Огонь этот. Ну ты что делаешь? Наша задача тебя одолеть. Ты в курсе вообще? Нет! Тварь ебаная. Вот это тварь ебаная называется. Я по-другому это никак не называю. Это реально мразь. Вот этот удар называется тварь. Как и эта реклама. Короче, реклама постоянно вылетает уже, если честно, задрала меня. Но в любом случае, как бы... Сегодня мы вот так вот поиграли, насладились, посмотрели. Ничего особо, кстати, не меняется. В рейдах все то же самое, как бы... Все то же самое. То есть... Блин, я, если честно, жду какие-то активности здесь. Но, к сожалению, их пока нету. И это печалька. Это печалька. И вообще, как переименоваться здесь? Здесь, походу, нельзя переименовываться в рейдах, да? Ну ладно, бывает такое. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, комментируйте, рассказывайте друзьям. И подписывайтесь на канал. Увидимся в новых сериях Shadow Fight. Пока-пока.